Здравствуйте, меня зовут Могила Наталья. Я работаю в библиотеке филиал номер 6 поселка Солнечный, Усть-Майской, межпоселенческой, централизованной библиотечной системы. И свое стихотворение я посвящаю 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также всем воевавшим и всем приближавшим победу, нашим героическим дедам и прадедам. Не знала я родного деда, но помню пересказ отца, как со слезами на глазах он раз ему поведал, какой ценой далась победа. Будь проклята война, шепнув в сердцах. Царицею полей пехоту звали, ведь даже там, где не выдерживала сталь, непокоренные и гордые Иваны штыком сумели отстоять свой край. В атаку подымались, как один, и белорус, и украинец, и грузин, чтоб завершилась поскорей война народная. И укрывались на троих одной шинелью, и ели вместе с одного котла, рыдали в голос вместе, стоя на коленях у деревни, что, отступая, выжег враг дотла. Друг друга прикрывали в час обстрела, в окопах пили фронтовых 100 грамм. Но не убереглись друзья, несла потери пехота, остались многие в полях от страшных ран. Победа с репродуктора внеслось! Она застала в госпитале деда, и слово долгожданное «победа» в сердцах у всех отозвалось. Да, пусть другие, белорус и украинец, и грузин, с триумфом прошагали по Берлину в 45-м, но деду придавало сил, что, наконец, покончено с захватчиком проклятым. И было в мире лучше всех наград. Они поднялись над Рейхстагом с красным флагом. Чтоб внуков наших патриотами растить, должны мы помнить славный подвиг дедов и то, какой ценой далась победа, через века не смеем мы забыть. Спасибо.